Никита Кузнецов – это имя молодого человека еще несколько месяцев назад было известно лишь в родном Нерюнгре, в кругу друзей и среди земляков. Сегодня же Никита – серебряный призер федерального проекта «Новая фабрика звезд». О звездном земляке расскажут наши коллеги. Быть с тобой, летаю в облаках, не говори стой, воздуха мало мне, когда в руке рука, когда рядом со мной та, что сводит с ума. Нашумевший проект «Фабрика звезд» в 2017 году оглушил жителей Нерюнгринского района и всей Якутии. Финалистом после нескольких месяцев отборочных этапов и выступлений стал 19-летний Никита Кузнецов, парень из столицы Южной Якутии. Приехал на кастинг, на кастинге было 3000 человек. Там была ужасная давка на улице, просто вот так вот все, как это назвать, как кильки в томате. Отстоял, вышел, выступил, заявил о себе, понравился продюсерам, увидели во мне какой-то потенциал и взяли на проект. Еще считанные месяцы назад Никита Кузнецов, как и подобает простому парню из небольшого города, учился в колледже и подрабатывал в Нерюнгре. И параллельно писал стихи и песни, которые впоследствии стали хитами. Сегодня его треки знает молодежь со всей России, а нерюнгринцы искренне гордятся своим земляком. Очень большая гордость для нас, для его земляков, то, что наш земляк нерюнгринец, тем более молодой человек, будет представлять нашу республику на таком высоком федеральном уровне. Это очень радостное событие для нашего города. Желаю ему дальнейших творческих свершений, чтобы он и дальше представлял наш город, наш регион, нашу Якутию. За плечами у Никиты несколько месяцев, проведенных под камерами в рамках реалити-шоу и отборочных выступлений. А впереди встреча Нового года в кругу семьи и большой концерт в родном Нерюнгре, который состоится 13 января. Далее перелет обратно в Москву и дорога к новым вершинам. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри. На этом все новости. Для вас их подготовили операторы и режиссеры по монтажу Вадим Барашков, Аял Амосов, Сергей Козюра. Редакторы Тамара Игнатьева, Игорь Акимов, Екатерина Павлова. Следите за развитием событий в столице Южной Якутии вместе с нами по понедельникам и средам в 19:15. Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram Неру ТВ и будьте в курсе всех событий, а все выпуски смотрите на нашем YouTube-канале НВК Саха Нерюнгри. Всего хорошего!